Привет всем! Это такое незапланированное видео и на моем канале, и на канале Луплины. Да, если вы смотрите это с его или с моего канала, неважно, видео абсолютно одно и то же. По такой причине, то что он не может даже вот такое вот коротенькое сейчас видео смонтировать, записать. У него категорические проблемы. Я в ВК своем выложил... Точнее, я сделал пост такой, в котором рассказал, что там происходит. Не очень подробно, можно сказать, вообще не подробно. Так, вкратце рассказал, то, что он просто не может там ничего сделать. Вот, кстати, скриншот, что было в этом посте, посту. Вот. Пожалуйста, тупо из уважения к Луплину или ко мне, смотря опять же с какого канала вы смотрите, досмотрите этот видеоролик до конца и отнеситесь к этому серьезно, потому что у меня впервые на моем канале серьезный видосик. Ссылку на канал Луплин я оставлю в описании, и он тоже оставит ссылку на мой канал в описании. Переходите друг на друга, на нас. У меня вышел совместный видосик по бомб-скваду, и скоро у него, когда он вернется, у него тоже выйдет вторая часть. И у нас еще одна совместочка есть, но проблема в том, что я ее не могу выложить, пока не выложит ее он. Ну, так неинтересно, согласитесь. Если я выложу, а потом через две недели у него выйдет продолжение, это довольно-таки тупо. Вот. Сейчас так вкратце расскажу, что происходит с ним и вообще, почему он пока что не может снимать. Вот, даже монтировать простенькие видео с обращениями какими-то, даже стримить. Как вы помните, зловещая дата 1 сентября – это когда начинается школа. Ну, не то, что зловещая дата, а дата, с которой все меняется, особенно у таких людей, как мы. Нам становится сложнее пилить контент для вас, и мы чаще делаем отдых. Собственно, мы сейчас, это не секрет, перешли в 7 класс. В 7 классе новые предметы, и для нас это сложнее. Уроков куча, писанины очень много, и иногда уходит на уроки почти целый день. Это вот, можете не верить, но правда так происходит. Я тоже недавно вернулся с отдыха, и в воскресенье видоса тоже не было. Собственно, как вы догадываетесь, причина причина в этом в том, что, как это правильно выразить-то, я просто банально не успеваю. Если вы думаете, что у меня только школы, то я еще и музыкалку хожу на гитаре. Я думаю, если вы смотрели топ игр, то вы помните эту песенку. Либо же у меня еще есть английский. У Мерса этого всего нету, но он часто, очень часто просто не выкладывает видосики. Из-за того, что он не успевает, он перешел в более такую крутую школу, у них там больше, чем у нас заданий. А еще ему один чувак делает такие превьюшки, но проблема в том, что эти превьюшки еще нужно дождаться. Обычно они делаются до выхода видосика. Честно, сам не понимаю, почему он не действует пока что своему расписанию. В общем, все, что я хотел сказать в этом видосике, это поддержите нас, подпишитесь на нас, лайки. Это самая большая благодарность, которую вы можете сделать. Написать свой креативный комментарий на моем канале. Это можно сделать. Если вы напишете его, то у вас есть вероятность, что ваш коммент попадет в видосик. Вот. Спасибо за просмотр подписчикам Луплина, моим подписчикам или просто новым людям, которые перешли. Всем удачи, всем до свинтас. Не стоит наступать. Кто создавал эту игру? Объясните мне, что это за дичь? Сейчас дай-ка мне щит восполнить. Фух. 1-0, мне особо не нужно. А!
О, твоя сестра в другом. Что ж, а вот коммент с прошлого видоса. Поздравляю тебя и... Ты чё,